складывать тут не очень удобно. Вот стенки. Пустовато. %15 разбавителя. Итого у нас 20% избавителя от изначального. Это максимум? Нет? Не можем. Если
мокрый по мокрому красишь, то он еще гораздо более жидким будет. Вообще это по вязкости определяется. Но в данном случае на глаз. Потому что использовать чашу там для определения вязкости, ну, как бы, в данный момент это излишне.